Главным творцом успеха «Шерифа» стал голкипер Дмитрий Челядник. Он в обоих матчах с «Пюником» сыграл безупречно, а в серии пенальти совершил что-то невероятное. Дима. Здравствуйте. Добрый вечер. Дмитрий застенчиво подходит в миг-зоне на послематчевое интервью, словно не его имя только что скандировал целый стадион, и не он отбил 4 пенальти из 6. Для матча Еврокубков это уникальное достижение. Дмитрий Челядник вывел «Шериф» в группу Лиги Европы. Это апогей его карьеры. Челядника надо просто на руках уносить с поля. Я сам не осознаю, что все, что произошло в этой ночью. Главное, что мы в Лиге Европы, я очень рад, что помог команде, все вместе молодцы. Дмитрию Челяднику уже 30 лет, возраст для футбола серьезный, хотя некоторые голкиперы в эти годы только раскрываются. Возможно, это тот самый случай. Дмитрий родился в Кагуле, всю карьеру играет в Молдавии. Выступал за «Спиранс», «Удачу» и «Динамо Авто», «Петрокуб». В «Шерифе» уже 3 года. Старательно ждал свой шанс, который представился прошлой осенью. Челядник сыграл на стадионе «Сан-Сиро» против «Интера» в Лиге чемпионов и совершил несколько впечатляющих сейвов. Затем снова месяцы ожидания, и вот он, герой матча с «Пюником». Трибуны безумствуют, а он тащит один удар за другим. Дима, ты что творишь, Дима? Ты просто космос! Я ни о чем не думал, честно. Я просто спокойно все готовился к этим ударам. Мне просто подсказал мой главный тренер по вратарям Сергей Пащенко. И я услышал его, и мне помогло. Решающий момент, звон штанги и вздох разочарования разносится над полем после 5-го удара игрока «Шерифа». Но Челядник совершает еще одно чудо, и Раделич ставит точку. Я после второго уже не забитого пенальти туда уже не смотрел. Я уже молился, чтобы уже забить. Просто не забываю, честно. Я очень благодарен всем, кто пришел сегодня на матч, поддерживал нас и ощущали эти эмоции рядом с нами. Куча мала на поле, внизу голкипер, он едва сдерживает слезы и находит в себе силы дать интервью ТСВ прямо у кромки поля. После матча Челядник будет ночью репостить в Инстаграме слова поддержки от болельщиков и кадры с отбитыми пенальти, которые сняли зрители с трибун. Сегодня он главный герой. Максим Кирьязов, Александр Зелинский, ТСВ.